Спортсмены Осетии завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей Всемирных игр среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортивный форум прошел в Сочи, а сегодня сборная республики вернулась домой. Триумфальными игры стали для легкоатлета Чермена Кабесова. Он трижды восходил на высшую ступень пьедестала. У него высшие награды в беге на 100 и 400 метров прыжка в длину. Дмитрий Бибилов стал первым в метании диска. Победителями турнира по тхэквондо стали Сакинат Магомедова и Спартак Газаев. На чемпионате мира мы взяли, как и в прошлом году, первое командное место. И здесь мы взяли тоже не первое место не только по паратхэквондо, но и среди колясочников, и среди легкоатлетов. Взяли, да, много медалей. Следующий борт, который приземлился в Беслане, также можно назвать чемпионским. Сборная команды республики по армрестлингу вернулась с чемпионата мира, который прошел в Малайзии. Братья Спартака Хаджимурат Зулоева и Роман Терекаев вернулись домой с наградами высшей пробы, а титул сильнейшей спортсменки планеты в весовой категории до 80 килограммов в очередной раз подтвердила Ирина Макеева. Она завоевала 2 золотые медали. Чемпионат мира проходил в Малайзии, в городе Куала-Лумпур. Проходил очень на высоком уровне, нам все очень понравилось. Я выступала в весовой категории до 80 килограмм, завоевала 2 золотые медали. Да, действительно, я готовилась к этому турниру, к этим чемпионату мира, так как я начала задолго тренировки, потому что вы знаете, что здесь проходил турнир Russian Open A1, где я выступала в абсолютно весовой категории. Поэтому подготовка у меня была, можно сказать, на высшем уровне.